Всем привет, с вами Тестимилк. Сегодня будем продолжать проходить Майнкрафт на версии 1.20.1. Это у нас темного похождения. В прошлой серии мы с вами остановились на том, как мы добыли с вами золото для того, чтобы скрафтить золотую часть брони. Но мы ее пока что не скрафтили. Сейчас я ее попытаюсь скрафтить. Вот здесь у нас есть все подходимые материалы. Еще я думаю в самом Незере добыть там немного вот такого вот дерева. Надеюсь, у нас это получится сделать, не пострадав. Сейчас мы с вами вернемся к тому месту. Вот получается. Так, он сюда идет. А где вот это вот? Так, либо в этой стороне, либо мы можем пойти туда. Сейчас мы попытаемся пойти сюда. Так, здесь у нас ничего нет, ладно. Так, это просто дырка. Сейчас мы с вами, получается, вернемся к тому месту. Пытаемся добыть этот. Ну и, в принципе, давайте-ка вот сюда вот спустимся. И, получается, давайте-ка заберемся сюда. Заберемся наверх. Здесь еще есть кварц, из него можно опыт подобывать. Но сейчас не об этом. Сейчас мы с вами пытаемся добыть дерево для верстака. Ну, либо же просто туда вернуться, куда нам надо. Ну, я не знаю пока что сделать еще. Давайте вот так вот сделать. И вот так вот делаем. Все. Мы можем туда подстроиться для того, чтобы нам было удобно сюда подниматься. Чтобы мы, в принципе, туда поднимались. Ну, в общем-то, как-то так. Надеюсь, здесь никого из враждебных нет. Ну, кроме пиглинов. Так, здесь у нас пиглин с арбалетом. Он может нас выстрелить. Окей, ребят, давайте-ка просто вернемся в обычный мир за верстаком. Для того, чтобы там что-то скрафтить. Ну и, в общем-то, мы с вами скрафтим золотую часть брони. Вернее, золотые ботинки даже. Сейчас мы с вами как раз-таки туда и вернемся. Здесь вот у нас находится портал. Сейчас мы сюда, получается, возвращаемся. И все. Так, отлично. Все, теперь выходим вот сюда. Отлично. Сейчас может немного подлагивать, потому что я сейчас из другого мира здесь появился. И из-за этого, получается, вот. Так, сейчас мы, получается, поднимемся и посмотрим. Так, у нас сейчас, по-моему, там день. Сейчас мы, получается... Так, здесь дерево. Так, нет. Нет, давайте-ка... А, точно, давайте в кламе посмотрим. А, здесь у нас есть еще верстак. Так, а у нас есть дерево. А, не, подожди, нам нужен здесь только верстак, точно. Сейчас мы, получается, скрафтим с вами золотые слитки. И из этих золотых слитков мы с вами скрафтим золотые ботинки. Все, теперь мы можем, получается, спокойно путешествовать по Незеру. Сейчас мы опять спустимся и телепортируемся. Сейчас, получается, у нас какие блоки есть? Так, у нас достаточно много блоков, но давайте-ка сюда в правую руку положим Незерак, для того, чтобы подстраиваться, после чего туда будем класть какие-нибудь другие руки, после чего какие-нибудь другие предметы перекладываются из левой и правой руки. Ну, пока что мы с вами, получается, идем, и, в общем-то, мы уже, получается, поднимаемся. Сейчас мы туда поднимемся. Ну и что дальше? Получается, мы куда-то поднялись. Подожди, нет. Подожди, не сюда. Пока что не сюда. Вот сюда вот. Отлично. Мы с вами сейчас туда вернемся. И получается, давайте-ка заделаем эту дырку. Для того, чтобы с нами ничего не произошло. Ну и, в общем-то, мы сейчас ее заделаем. Все, теперь мы туда, наверное, не упадем. Вот, надеюсь, мы туда не попадем. Сейчас мы, получается, пытаемся вот сделать как-нибудь так, чтобы приземлиться на вот это вот дерево. В общем-то, сейчас мы давайте-ка возьмем кирку для того, чтобы скопать Незерак. В общем-то, и вот здесь у нас нарост. Сейчас посмотрим, да, золотые ботинки у нас есть. И получается, я не знаю. О, вот здесь вот еще золото есть. Можно как можно побольше золота побывать. Сейчас мы, получается, так, давайте-ка вот здесь вот Незерак поломаем. Отлично, теперь, получается, вот здесь вот нарост тоже ломаем. Получается, вот здесь вот дерево тоже добываем. Так, это снова нарост. Что-то здесь делает. Так, это грибосвет. А где еще бревно? Я его пока что здесь не вижу. Ну, да ладно. Здесь вот золото есть, давайте-ка как раз-таки к нему подстроимся. Давайте-ка вот так вот спустимся. Ну и, в принципе, давайте-ка... Так,
Надеюсь, здесь нет рядом бастиона с брутальными пиглинами. А то будет плохо. Вот, сейчас мы с вами, получается, строимся. Достраиваемся к золоту. И сейчас мы, получается, достроимся сюда. И, получается, попытаемся добыть это самое золото. А, получается, что у нас есть из этого? Надо как можно больше железа добыть для железной брони. А еще лучше глубоко подкопаться для того, чтобы найти там этот. Сейчас мы, получается, давайте сюда вот. Вот сюда вот. Вот сюда. И, получается, вот сюда вот. Все, отлично. Мы с вами, получается, сделали операцию под названием золото без, получается, золото без пиглинов. Так, подожди, по-моему, я случайно... Так, здесь вот эта дырка есть, давайте-ка... Так, надеюсь, никто не заметит из пиглинов. Так, подожди, нет. Так, все, давайте-ка вот здесь вот дырку закроем и вот здесь вот тоже добудем. Так, сколько у нас 30 кусков, 30 кусков золота. Короче, поднимаемся. И сейчас давайте-ка попытаемся вот туда вот зайти. В общем-то, вот, отлично. Там еще у нас снизу кварц есть. Мы его обязательно добудем, но добудем мы его только ради опыта, потому что с качеством строительных блоков я ему, думаю, не буду использовать. В общем-то, так. Надеюсь, они не видели, как я золото вскопал, а то иначе будет плохо. В общем-то, давайте-ка сюда поставимся и как-нибудь безопасно спустимся. Здесь я, по крайней мере, хоглинов не вижу. Окей, так, здесь вот тоже. Почему-то к потолку оно свисло, это дерево. Ну да ладно. Получается, грибосвет, я не знаю. Так, а топором её будет... А, не, подожди. Я что-то не знаю, каким блоком она будет быстрее добываться, но я просто рукой добуду, на всякий случай. Вот, все, грибосвет у нас есть. Давайте-ка будем дальше, получается, рубить дерево. В аду это гриб, но оно просто маскируется под дерево. Так, отлично, давайте-ка вот сюда вот. И, получается, скрафтим несколько досок в качестве этого. И еще надо искаженный лес добыть. Искаженный лес телепортироваться для того, чтобы с вами, получается... Так, вот здесь я, по-моему, вижу хоглина. Это не есть хорошо. Так, вот это, по-моему, хоглин, да? Если что, от него отстроюсь. О, кстати. Мне надо, нужен лук для того, чтобы их отсюда отстреливать. Точно. Я, кстати, об этом не подумал. Но у меня есть, по-моему, нитки там в верхнем мире. Так, заметил меня. Так, нет, он не идет ко мне. Он ко мне почему-то не идет. Я здесь. Так, по-моему, вот так вот. А я могу его просто так? Не, нет, я рисковать не буду, потому что не могу. Получается, давайте-ка вот сюда вот сложим некоторые вещи. И попытаемся добыть так. Пока что не мешай мне. Ну, в общем-то, мы сейчас попытаемся добыть вот это дерево. Вот, отлично. Еще нам надо весь кварц по желанию здесь добыть для опыта. Позже мы, короче, скрафтим этот. Получается, стол зачарования. Сейчас мне еще нужен этот портал, этот алмаз в верхнем мире добыть. Вот, этим мы, естественно, займемся в следующих сериях, но пока что мы сегодня будем путешествовать по аду, по Незеру, вернее. В общем-то, вот это вот все тоже добываем. Так, получается, где вы там? А я могу вас отсюда вообще достать? Не, не могу. А, не, могу. Подожди. Давайте-ка вот так вот критическим уроном попытаемся. И еще как раз-таки у нас будет плюс еда. Я имею в виду свинина. Из хоглинов можно добыть сейчас. Вот, отлично. Давай. Так, давай. И еще, еще, еще. Давай, давай. Он почему-то здесь застрял. Я не знаю почему. Там еще опыт с него находится. Так, давай. Эй! Так, давай. Все. Ну ты все уже, а? Так, все, давайте-ка. Вот здесь вот. Так, сюда, давай. Сюда, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Давай.
Опа-на, все отлично, я его этого. Все отлично. Здесь с него как раз-таки еще кожа выпала, это очень хорошо, потому что я не убиваю коров, и это очень хорошо, что мне отсюда с него выпала кожа. Так, здесь еще деревья висят, давайте-ка построим все для того, чтобы до нас никто не докопался. Ну и в принципе, давайте-ка добудем еще немножко дерева. Там оно понадобится. Что, давайте-ка здесь вот поставим блок, здесь тоже поставим блок. Так, я случайно ее обтесал. Ну, да ладно. Вот, все отлично. Я думаю, что из этого гриба нам получится этот вырастить, но я не уверен в этом. Так, привет. Кстати. Подожди. Короче, сейчас я тебе кину слиток. Держи. Что ты мне за него дашь? Если дашь, конечно. Ну? О, жемчужины! Отлично, они редкие, если что. В пиглины они их достаточно мало дают. Так что это очень хорошо. Так, давайте-ка поедим с ним немного. Отлично. Так, теперь давайте-ка где-нибудь прокопаемся. Так, нас никто не видит. Давайте-ка вот это все сюда сложим. Отлично. Ну и, в общем-то, в принципе, мы уже... Это... Так. А, не, подожди, а если в ту сторону? Надеюсь, мы, если будем копать в эту сторону, то ни до чего не до этого имся. Так, надо еще туда динамит принести. А для того, чтобы это сделать, нам нужно порох добыть. Так, отлично, золото. Давайте-ка на всякий случай закроем здесь. Все, отлично. Давайте добывать золото. Здесь. Сколько? А, еще 4 штучки или здесь больше? Да, здесь больше. Получается, еще 4 осталось, да? Еще 4. Так, уже 20 уровень, это хорошо. Вообще-то добываем еще золото. И все, отлично. Вот здесь вот тоже, получается, делаем. Ну и, в принципе, вот здесь вот. Вот здесь вот делаем вот так вот. И, получается, начинаем дальше копать назарак. Так, здесь у нас кирка кончилась, у меня больше нету. Ну, в принципе, ладно. Так, окей. Давайте-ка посмотрим, сколько у нас получится скрафтить кусочков золота. Так, это нам придется копать вручную. Хорошо, что он долго быстро ломается. Ну, примерно как этот. Вот, там еще золото есть. Но я его пока что не смогу добыть. Это естественно, это очевидно. Давайте-ка вернемся. Получается, куда нам надо? Так, ты зафиксировал. О, не-не-не-не-не, подожди. Подожди, подожди. Так, до свидания. Так, все отлично. Теперь ищем то дерево, по которому мы спускались. О, вот сюда вот. Получается, вот сюда. Вот здесь тоже золото есть, но мы его опять же не сможем добыть пока что. Так. И где то самое дерево, по которому мы забирались? Так, по-моему, вот. По-моему, вот этот вот путь, по нему мы забирались. Сейчас, подождите. Вот так вот сделаю. Все, получается, давайте-ка вернемся в обычный мир. Нам надо очень много кирок каменных скрафтить для того, чтобы пойти в Незер. Потому что мне железо достаточно жалко, но... этот блок тоже надо сломать. Все, отлично. Теперь нам надо не сюда, нам надо в другую сторону. Сейчас мы туда вернемся. И посмотрим, сколько у нас золотых слитков мы можем, получается, скрафтить из того золота, которое мы добыли. Вот, все, сейчас мы, получается, вернемся обратно. Фух, отлично. Мы, получается, вернулись. Так, все должно прогрузиться. Отлично, вроде как прогрузилось. Ну и, в общем-то, у нас уже 20 уровень. Главное его не потерять. Сейчас мы с вами ляжем спать, потому что уже ночь наступила. Ну и сейчас мы с вами посмотрим, сколько золотых слитков у нас получится из того количества, которое мы добыли. Получается, сколько у нас слитков? У нас получается 6 золотых слитков. Давайте-ка, где у нас? Вот, вот здесь у нас руды находятся. Вот здесь я положу золотой слиток и кусочки золота вместе с кварцем. Вот, получается, отлично. Давайте-ка скрафтим как раз-таки побольше каменных кирок. В общем-то, вот здесь, вот здесь, вот здесь,
Вот здесь вот получается. И что у нас? Так, отлично. Мы доскрафтили достаточно много кирок. Давайте-ка в инструменты все это положим. Вот сюда. Отлично. У нас еще есть здесь огниво. И получается, давайте-ка, я не знаю, куда еще. Дерево, еда. Вот здесь получается, что у нас? Так, эндер-жемчужины мы, получается, сюда ставим. Ну и, в общем-то, сырую эту мы сейчас с вами переплавим. Где у нас уголь? Так, он, по-моему, в руде должен быть. Да, он в рудах. Сейчас, получается, нам достаточно только одного угля. Если я не ошибаюсь, да, нам одного угля достаточно. Ну, в общем-то, получается, мы уже... Давайте пойдем туда. Хотя нет, мне кажется, что... Ну ладно, в принципе, нормально. Все, получается, кладем туда сырую баранину, и это все должно переплавиться. Да, отлично. Все, жареное это. Сейчас это все должно пожариться. В коптильне это все должно быть быстро. Потому что здесь вот тоже мы забираем. И получается, еще одно надо добыть. Вот здесь вот. И получается вот это вот. Давайте-ка попытаемся там еще что-нибудь добыть, пока там топливо не этовалось. Так, дерево, так это дерево, еда, в еде ничего нет. Ну ладно, в принципе, нормально. А, не, подожди. А здесь что-нибудь есть? А, нет, здесь ничего нет. Ну тогда ладно. А, ну тогда ладно. Так, здесь у нас все. Отлично. Ну, в общем-то, мы с вами, получается... Сходили, получается, в Незер. Получается, там мы с вами добыли золото. И также мы добыли с вами побольше опыта из кварца. Ладно, на этом пора заканчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а с вами был Тестимилк, всем пока!